Иса опять учил у озера. Вокруг него собралась огромная толпа, так что он был вынужден сесть в лодку и немного отплыть, а весь народ стоял на берегу. Иса многому учил народ в притчах, говоря им: «Послушайте, сеятель вышел сеять. Когда он разбрасывал семена, то некоторые из них упали у самой дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой, но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие упали в терновник, который разросся, заглушил их, и семена не дали урожая. Но семена, которые упали на хорошую почву, взошли, выросли и принесли урожай в 30, а то и в 60, и даже во 100 крат больше, чем было посеяно». Потом Иса добавил: «У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит». Позже, когда толпа разошлась, постоянные спутники Исы вместе с 12 посланниками спросили его о притче. Иса ответил: «Вам открыта тайна Царства Всевышнего, а тем внешним все дается в притчах, чтобы они смотрели, но не увидели, и слушали, но не поняли, чтобы они не обратились и не были бы прощены». Потом Иса спросил: «Неужели и вы не поняли эту притчу? Как же вы тогда вообще сможете понимать притчи? Сеятель сеет слово. Есть люди, похожие на семена, посеянные у дороги. Как только они услышат слово, приходит сатана и похищает посеянное. Другие похожи на семена, посеянные на каменистой почве. Эти люди, когда слышат слово, сразу же принимают его с радостью, но у них нет корня, и поэтому их хватает лишь на короткое время, и когда наступают трудности и гонения за слово, они сразу же отступаются. Третьи, как семена, посеянные среди терновника. Они слышат слово, но повседневные заботы, любовь к богатству и другие желания заглушают слово, делая его бесплодным. А есть люди, похожие на семена, посеянные в хорошую почву. Они слышат слово, принимают его и приносят плод в 30, 60, а то и во 100 крат больше посеянного».